Генсек ООН обеспокоен сообщениями о тактике запугивания гражданского общества, СМИ и представителей оппозиции в Беларуси. Кризис в Беларуси может быть разрешен белорусами, только посредством широкого диалога, он должен начаться немедленно. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреш. Сказал его официальный представитель Стефан Дюжарик в пятницу, 11 сентября. Генеральный секретарь подчеркивает, что нынешний кризис может быть разрешен белорусским народом только посредством широкого, инклюзивного диалога, который должен начаться немедленно в интересах стабильности, заявил Дюжарик. По его словам, Гутерреш обеспокоен сообщениями о тактике запугивания гражданского общества, СМИ и представителей оппозиции, пишет Телеграф. Генеральный секретарь призывает власти воздерживаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и обеспечить полное расследование и рассмотрение заявлений о пытках и других случаях жестокого обращения с людьми, содержащимися под стражей, добавил Дюжарик. Напомним, власти ЕС и США согласовывают адресные санкции против Беларуси. Заместитель госсекретаря США Стивен Бибен заявил, что они должны стать ясным сигналом для тех, кто способствует насилию в Беларуси. Напомним, Латвия, Литва и Эстония уже включили в санкционный список 30 граждан Беларуси, среди которых также находится президент Александр Лукашенко.